Когда мы слышим слово «витамины», сразу представляем ароматные овощи и фрукты, потому что именно в них содержится широкий спектр необходимых человеческому организму витаминов и микроэлементов. И первую скрипку в этом оркестре играет витамин С. Он помогает поднять иммунитет, а также влияет на выработку гормонов, разглаживает стенки сосудов, участвует в регенерации тканей, способствует расщеплению жиров. Особенно богаты витамином С ягоды, лидируют среди которых смородина. Вторая скрипка – витамины группы В. В них нуждаются все клетки нашего организма, но прежде всего головной мозг. Они жизненно необходимы для работы центральной нервной системы и для правильной работы других органов и систем. Но зимой ягоды доступны нам в основном в консервированном виде, а витамин С очень хрупок и быстро разрушается как при термической обработке, так и при соприкосновении с железом. Оказывается, наилучшим способом хранения продуктов является шоковая заморозка. Такой способ помогает сохранить до 90% исходных витаминов и до 100% микроэлементов. К примеру, черная смородина, в которой витамина С в 5 раз больше, чем в лимонах и апельсинах, при шоковой заморозке сохраняет 85% витамина С. Известная торговая марка «Планета витаминов» при производстве продуктов использует именно такую технологию заморозки. А совсем недавно «Планета витаминов» стала еще ярче и привлекательней в результате слияния двух известных брендов «Планета витаминов» и «Едим дома». Теперь вы ни с чем не перепутаете продукты этой линейки, с упаковки которых вам улыбается Юлия Высоцкая. Замороженные продукты от «Планета витаминов» и «Едим дома» помогут не только с легкостью выдержать Великий пост, но и сохранить здоровье и прекрасный внешний вид в начале весны без изнурительных диет.